Но мы сегодня не планировал записывать какие-то видео, тем более лайфхаки. Вот. Жизнь преподнесла такой сюрприз. Нужно сменить брелок. Вот такой вот есть брелок, вот он такой надо сменить. Как видим, он довольно плотный. Да, то есть просто так разжать пальцами его нельзя. Ну, проблематично, может там ногти сломать, там эта фигня. Что мы делаем? Значит, во-первых, мы берем карточку, желательно ненужную. Ну вот есть такие из Макдональдса, например, всякие разные. Что мы делаем? Продеваем ее сюда. Ну здесь у меня уже расшатанное кольцо, так что я спокойно продеваю. И вот так вот. Начинаем отжимать карточкой. Параллельно с этим процессом мы ключики засовываем туда. Держим эту карточку так, чтобы она не уходила. И начинаем отжимать. Вот, в принципе. Так. С таким кольцом, конечно, это сложный процесс, но на обычном кольце это вообще несложно, но тут приходится помучиться. В общем, все они должны уйти, эти наши ключики, вот сюда. Это когда мы все более-менее туда запердолили. Вот. Мы начинаем их двигать. Двигаем и снимаем таким образом. То есть она расшатывается параллельно, эта планка верхняя. Таким же образом примерно можно их и одевать на следующий брелок. И вот так по одному ключи отцепляются. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это вам когда-нибудь поможет.